Ежегодное мероприятие «Библиосумерки» в Пушкинке всегда проходит насыщенно и креативно. Вечер семейного отдыха проводят в рамках всероссийского события «Библионочь». В библиотеке интересно будет всем, как детям, так и родителям. Тема «Библиосумерек 2024», конечно же, пушкинская. Сказка-ложь – давний намек. Все площадки так или иначе будут связаны с литературным наследием Александра Сергеевича. Для названия, для идей наших площадок мы выбрали строчки Пушкина. Мы оттолкнулись от его произведения, отступления к произведению Руслана Людмила, который знают абсолютно все, наверное, от мала до велика. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И вот идеи наших площадок подсказаны как раз этими строчками. Саровчан ждут разнообразные интерактивные программы, занимательные мастерилки и практикумы, уникум рисовалки и литературные караоке, лаборатории волшебных историй, сказочные бродилки. Гости смогут вспомнить известные сказки Пушкина, встретиться с их героями, окунуться в мир русских народных сказаний и легенд, а откроет «Библиосумерки» в 17:30 спектакль «Погружение». Начнутся «Библиосумерки» в 17:30 со спектакля «Погружение». Отправит сказка чудная всех в город изумрудный. Это театрализованная программа с играми, с познавательной составляющей, которая наверняка будет интересно посмотреть всей семьей. В 19 часов состоится программа для взрослых. Концерт-квартирник Игоря Ивановича Оставненко. Музыкант исполнит песни под гитару. Также весь вечер в Пушкинке будет работать ярмарка города мастеров. Программа на самом деле обширная. Хотим просто пригласить всех, потому что все рассказать в анонсе достаточно сложно. Всех очень ждем. Библиотека в этот день продлит время своей работы, вот с 17:30 до 20:30 у нас проходит именно «Библиосумерки» в Пушкинке. Мероприятие состоится 19 апреля по адресу Герцена, 13А, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.